Вообще образ, если честно, немножечко странненький такой, для меня на грани. Если кто любит жемчуг, розы, но, если честно, немножко по оттенку. Правда, вообще не в стиле Глория. Рыски это. Стоимость 2000. Видишь, еще такая есть черная. Господи, это же вообще... Ну да, эсочка была бы лучше, но просто... Ну что, я сейчас привожу себя в порядок. И сегодня вообще, на самом деле, весь день нервничаю, потому что сегодня сбудется мое самое такое... Ну, не самое большое желание, конечно, но то желание, которое хочу лет 7. Сегодня я буду делать свое первое тату, и оно будет очень символично и очень много значит для меня. Так что... О, ко мне вон скребутся собачки. Вообще ни минуты покоя. В общем, я постараюсь, конечно, снять процесс. Не знаю, разрешат ли мне. Но я с вами хочу поделиться этим. И надеюсь, получится вообще так, как я запланировала. Да, погодка, конечно, не для белого пальто. Но ничего страшного, у меня вся верхняя одежда зимняя, осенняя, светлая. Так что я уже привыкла. Ну все, человечек с татуировкой. Я вообще безумно счастлива. Получилось очень классно, как я хотела. Первый снег. В общем, мы снова в Бенетоне. Пока нас не было, чуть-чуть привезли. Ну, будет два образа. Хотя бы так. Очень классная жилетка с шерстью и вельветовые брючки. Посмотрим, как будет на мне. Ну, вот с черным пуховиком уже как-то прям, как будто все на месте. Вообще, образ, если честно, немножечко странненький такой. Для меня на грани. А сколько у тебя? 4. Мы, конечно, успеем. Ну, я тоже так думаю. Я думаю, что идти прям там с каким-то даже... Зашли в Глорию джинс. Кстати, вот этот свитшотик очень неплохой. Стоит он 3600. Кто любит рубашки, сейчас я вам ее покажу. Клетчатая, 2700. Мне нравятся оттеночки. Здесь размер SM, кстати, она такая прям, ну, на M-очку точно. Даже мне такая же до L-очки. Хороший оверсайз у нее. За 2700 супер. Ну, неплохой хлопковый кардиган из 3000 рублей. Но за состав такой очень даже неплохо. Вот такой цвет, да, у него более холодная фисташка. Вот еще неплохая худи. По оттенку она более травянистая, но оттенок классный. По украшениям Зарине у нас. Ну, вот этот неплохой. Если кто любит жемчуг, розы. Но, если честно, немножко по оттенку видно, что он прям искусственный. Но вот эти вот сережки прям кайф, хорошенькие. Знаете, соотношение цены и качества в Зарине. Вот эти, кстати, очень хорошенькие, минималистичные. Стоят они, сейчас скажу, стоят они 200 рублей. А выглядят очень хорошо. Вот еще носочки такие, типа махровенькие, стоят 400 рублей. Прям
очень прикольный, еще вот в таком сером цвете, но на самом деле он больше серо-бежевый. Вау, я нашла супер мягкие носочки, это просто прелесть. Вот именно вот эти. Сейчас вам заскриню артикул, 400 рублей. Зарина найден очень классный шарф. Я считаю, что он прям классный. А еще мне нравятся вот эти штучки. Расширенные рукава. Да. Спасибо. Да, расширение к низу мне очень нравится. Ну, в общем, супер. Хорошенькая. Вот образ с юбочкой и с таким свитшотом на замочке. Данный свитшот с распродажей стоит 2000 рублей, а вот юбочка... А вот юбочка стоит 2600. На мне самый маленький размер 42, и если честно, я ее вот так вот подогнула. То есть в целом, если я ее буду брать, то я ее просто ушью в ателье, потому что она мне большевата. Но вот когда она в такой длине, и мне очень нравится с леггинсами, и мне не смущают голые щиколотки, это юбки еще идет вот такой ремень, но честно, мне вообще никогда такие ремни не нравятся. В изделиях их вообще лучше снимать и надевать, к примеру, кожаные, замшевые, либо в тон, либо наоборот контрастные. То есть такие, если честно, я выбрасываю, не рекомендую. Вот альтернатива брюкам из бенетона, они стоят 3500, немножко, конечно же, даже не немножко они отличаются по посадочке. Но если вы не хотите тратить 9000 рублей, то почему бы нет? Ой, мне очень нравится вот этот такой молочный свитер, джемпер. С брючками тоже хорошо. Ну, вообще, конечно, с джинсами, с юбками. Он такой базовый, нейтральный, но он очень приятный. Пришли в Саваш. Миллион лет здесь не была. Понравилась вот такая рубашечка. Она, кстати, прям очень тепленькая. Неплохой худи. По стоимости 5000 рублей. Ну, такая. Можно интереснее найти. Неплохой кроп. Пуховик. Он такой комбинированный с барашком. Немножко. Ну что, время 12 часов. Я пипец как хочу спать. Мы расстались только с девочками. Вот, не могли наговориться, никак не виделись пару лет вообще. А у нас уже 1 ноября и такая прекрасная погода. У нас снова 13 градусов тепла. Я снова в кедах с голыми ногами. Решила почитать книжку на улице, потому что посчитала, что, ну, блин, это грех сидеть дома. Ну что, пришли найти такая прикольная худи-свитер из буклешки. В очень красивом цвете. Мне нравится прям вот даже так. Что-то такое очень уютное, расслабленное. Но по мне очень классно. Прям такая, знаете, уютная, уютная, теплая вещичка. В составе, я, конечно, не уверена, что ей шерсть, но я обязательно посмотрю. А цвет такой, знаете, как будто серо-каменно-бежевый. В Фри найден еще очень классная жилетка. Она стоит 3600. И она сшита хорошо. Ткань совершенно не блестит. Померила чепчик из мармелата. Очень похожа на перверт, только в перверт. Перверт, перверт. Ну, вы поняли меня. Она стоит... Они стоят 11 тысяч, а здесь по спеццене вообще 890. Мне очень нравится. И еще вот черная.
Но она прямо идентична, просто вот она сидит так же. Ну и, конечно, за 890 рублей, девочки, бежим и покупаем. Девушки, вы просто посмотрите, цена 1290. Я вчера заходила на сайт, и они были по 3600. Я не понимаю, в чем вообще прикол. Вот, но вот это 1690, очень красиво. Ой, какие хорошенькие резиновые сапожки, очень аккуратные. По стоимости 2,5. Очень минималистичные, аккуратненькие. У нас хорошие подошвы, ну типа под Челси. И есть вот еще в бежевом, но таком молочном, и в цвете хаки. Ну что, в Glory Jeans найден такой прикольный гранжовый свитер. Цена у него 5000 рублей. В составе гольный полиэстер, конечно, но приятный. Ну, и вообще не скажешь, что это из Glory Jeans. Вот правда. Вообще не в стиле Glory, и такая прикольная стилевая штучка. Я все, если честно, не могу привыкнуть к ценам Glory Jeans, потому что для меня свитер из Glory за 5000 это что-то, ну, типа, блин, когда вы успели, типа, ну, 2-3 тысячи Glory, окей. Но ладно, я понимаю, что сейчас все дорожает, но, в общем, он прям класс. Ну, вы просто посмотрите, какую прелесть я нашла в детском отделе, стоит 1000 рублей, и, по-моему, даже вот в этот образ заходит прекрасно. Немножко добавляем инфантильности. Ну что, еще один образ собрала. Он такой немножко... Ну, я не могу сказать, что тинейджерский, но по мне стилевый. Я ношу здесь размер 38, а на мне сейчас 44-46. Потому что вот такие... джинсы, по моему мнению, они должны сидеть вот так, вот, расслабленно. Ну, естественно, длину корректируем всегда под себя. То есть ателье вам в помощь. Как вам? Если вам понравилось, то пишите. К этому худи я подобрала. Я подобрала. Glory Jeans подобрала и сшила такие джоггеры. Они тоже на затяжках. Можно сделать их прямыми джоггерами, можно сделать вот такими подсобранными. На мне размер SM, здесь на мне размер M просто. Смотрите, какие малышки. По 899 рублей. Честно, она выглядит неплохо. У нее неплохая фурнитура, да, есть какие-то ниточки, но все это можно подрезать. Все это можно подрезать. И будет вообще супер. Вот еще очень неплохой свитшот за 1200. Смотрите, еще такая есть черная. Господи, это же вообще я. Честно, я так давно не радовалась вот таким дешевым ценам. И, ну, правда, выглядит прилично. Ну, представим, что я в пальто. Цвет прям, знаете, такой прям карамельный какой-то. Очень красивый. Такая прекрасная юбка. 899 рублей. В прошлый раз я вам показывала в Зарине за 2, по-моему. А это, очень она красота. Честно, такая же кожа, кожзам такой же, вообще идентичен, да, чем и в Заре. Какие милые мышки или крыски это. Стоимость 2000 рублей. Ой, вообще везде уже Новый год. Если кто-то ищет подарок, кто-то покупает их заранее, потому что я покупаю всегда впритык, к сожалению. Меня жизнь ничему не учит. Что, вау, еще есть серые гномы. Ну-ка, вау, классные, 1600. Прям вообще, у кого такой нейтральный интерьер, и кто не любит, допустим, красные оттенки, очень прикольно. Ой, тут есть милые батюшки. Я не знаю, видимо, я так хочу Новый год, что меня все умиляет. Что еще тут есть? Смотрите, какая милая корзина. По стоимости давайте посмотрим, сколько ты стоишь. 600 рублей.
парфюм для дома. Ну, кстати, вот я в поиске парфюма для дома. Если вы знаете какой-то супер такой пахучий, вкусный парфюм, парфюм для дома, чтобы прямо, знаете, вот я поставила, и, я не знаю, меня благоухала вся квартира, то напишите мне, пожалуйста, в комментариях, потому что я уже устала искать. Пожалуй, я вообще обожаю вот такие высокие свечки, однотонные. Тут, правда, уже одна сломанная, но не важно. Ух ты, какая стилевая. Нам нужно. У нас просто как раз частично спальня вот такого оливкового светлого цвета, а гардеробная бело-розовая. Вау. Ну вот, симпатичная. Не знаю, почем. 4 штучки. Давайте сейчас скажу вам. Надеюсь, не разобью. А, 800 рублей 4 штуки. А тут 2 штуки 500 рублей. По-моему, потрясающе. Очень стильно. Смотрите, какая милота. Кстати, в Ашане они в среднем стоили по 1500 рублей. А здесь они 500 рублей. Вот такие милые для стаканчиков. И классные для тарелочек. Мне очень нравятся. Для сахара. Для всяких сухих штучек. 299 рублей, и пахнет она Новым годом, прям вообще. В общем, вот такая толстовка. Я ее, кстати, очень давно и долго ищу. Единственное, что я хотела себе в самом маленьком размере, чтобы она же укороченная, то есть я хотела, чтобы она, ну, такая коротенькая была. Это размер Элечка, вот у нас она единственная осталась. На сайте их нет, но я уверена, что в офлайн-магазинах они также остались. Я заказала себе из лайма розовые брюки из кожи Зама. И вот в комплекте будет супер. Это вот такой укороченный жакет. На мне размер L. Правда, у нас нету ни XS-очки, ни S-очки. Их разобрали. Вот, вот такой, да, оттенок. Стоит 10 тысяч рублей. Если была бы XS-ка, сел бы, я уверена, он потрясающий. Вот я надела с шелковыми штанами. Они стоят 5 тысяч. Но я в своих предыдущих влогах вам рекламировала, точнее, рекомендовала с AliExpress за 2600. Честно, с AliExpress намного интереснее смотрится. Но это я вам примерила, чтобы как вариант вот с такими брюками пижамными палаццо, вот подобные вещи будут очень красиво. Сюда и лоферы с каблучком, то есть с сапожками, пожалуйста, на ваш вкус. Можно сюда и маленькую кроссбоди какую-нибудь, или даже шопер сюда можно. То есть вообще вариант, с чем сочетать, очень много. Это вообще, это просто любовь потрясающая. Это свитерочки из ангорки, есть в 3 оттенках. Они стоят 7 тысяч рублей. Есть бежевый, розовый и голубой. Ну, так как я фанат розового, конечно же. Сначала я примерила розовый. И вот с брючками, опять же, в пижамном стиле, супер. С джинсами, да, с юбкой тоже будет хорошо. Вот какое-то платье комбинации тоже будет отлично. Так что возьмите на заметку. И еще нежно-голубой. Ой, мне, я даже не знаю, какой мне нравится больше. Нежно-голубой тоже классный. Вот еще такой классный шерстяной кардиган. Он стоит 9 тысяч рублей. Здесь очень красивая фурнитура. Вы просто посмотрите. Это сердечки или яблочки. Я даже не могу понять. Но похоже прям на анатомическое сердечко. Опять же, оставила те же самые брюки. Это к тому, что данная вещь вообще максимально универсальная. На мне размер L. Понятно, что я, наверное, хотела бы эмочку или эсочку, но в целом и эмочка хорошо. То есть она попу прикрывает, можно носить с мини и будет закрывать, или с шортами тоже будет классно. Да вообще такая универсальная вещь. И чувствуется шерсть. Учтите, что немножко колется, чуть-чуть совсем колется. У меня размер XS и жилет, и брючки. Брючки с защипами. Вверх 5, это 4500. Они укорочены, то есть вот мой рост 162, и мне хорошо. То есть если даже вы 1,65 м, вам тоже подойдет, потому что они мне XS-очка свободные, и в целом как бы их можно и повыше чуть-чуть, я их чуть-чуть спустила. Если на, с какими-то очень красивыми босоножками или лодочками, или ботильонами с узкой щиколоткой, чтобы обтягивали, как чулочек, будет очень красиво. Ну что,
просто супер. Платье трикотажное. Оно, конечно, высокий, девчонок. Вообще, я считаю, что оно больше летнее, чем весеннее. Ой, чем зимнее. Вот, но оно прям элегантное. Вообще, надела вот это декольте, а это спинка. Но она настолько откровенная, что я, конечно, со своими нулевыми объемами, естественно, такое не ношу. Хотя я вообще совершенно не стесняюсь. Но вот летом я бы такое носила. И меня даже не смущает длина, я бы просто вот как-то так. Вот моя футболка, которую я распаковывала в шорте. Блестит еще как. Вот так, наверное, тут цвет. Вообще, нас угу. Ну, короче, вот даже вот так с платьем. Вот такой лонг из шерсти, 4000 рублей. Он просвечивает, он в целом не колется, приятный. В общем, можно надеть друг на дружку. На мне размер XS. Но цвет такой, знаете, сливово серо-графитовый, красивый. Из шерсти будет очень тепло. Это место, если вы не хотите надевать свитер, к примеру. Ну да, эсочка была бы лучше, но сверкает прикольно. Эска есть там, я могу принести. Посмотрите. Какая прелесть. Это мужу прислал друг посылочку, подарочек. И вложил фотографию со свадьбы их. Вообще, блин, это такая милота. А еще мы забрали просто. Сейчас вам покажу. Наконец-то мои влоги будут выпускаться намного чаще. Почему я не выставляла влоги уже практически 2 недели? Потому что я ждала этого красавчика. Сейчас буду распаковывать его. Ну, точнее, я уже, конечно, его распаковала. Вот, но сейчас буду убирать все наклеечки и так далее с него.